В футболе только девушки. Юные спортсменки сегодня вышли на поле ради настоящего спортивного праздника «Мундиале-2018», который примет Екатеринбург. Юные футболистки знают, как важна поддержка. Они завоевали золото всероссийских соревнований по мини-футболу среди школьников. И теперь решили зарядить победным духом и городские стадионы. На тренировке футболистки показывают не только мастерство гонять мяч, но и свои кубки и медали. На российских и международных турнирах девушки частенько оказываются на пьедестале почета. На Урале это единственная любительская женская сборная по футболу, которой удалось выйти на столь высокий уровень. В состав команды входят 60 спортсменок-подростков. Однако площадка для тренировок у девушек всего одна. Поэтому Мундиале 2018 не ждут как праздника. По мнению тренеров, чемпионат не только поможет решить проблему с нехваткой стадионов, но и привлечь в клуб новых воспитанниц. Мы хотим показать, что будет кому заполнять эти прекрасные спортивные сооружения, будет кому на них заниматься, будет кого растить, будут новые чемпионы, и женский футбол будет развиваться.